С утра было все как обычно. Дед взял лопату и отправился на огород. Он шел и думал: посажу репку, она вырастет большая-пребольшая, позову бабку, потом внучку, жучку, вытянем репку, тут и сказочке конец. А на огороде у деда жил крот. Ой, морковка. Порядочек. Хорошо вскопано. Очень понравилось кроту, как дед вскопал огород. А деду не очень. Ишь ты, надо этого крота поймать и в лес отправить. Пусть там хозяйничает. Выиграл дед соревнование и отправил крота новый огород искать. Какой огород? И без хозяина остался. Без меня совсем пропадет. Какой ужасный день, подумал крот. Какие несчастные, голодные вороны. Вороны! Вон там есть заброшенный огород. Вы кушать хотите? Тогда летите! Принялся дед сеять репку. Ай-яй-яй! Да, надо пугало ставить. Нашел дед пугало в сарае. Оно там с осени отдыхало. Ну, теперь держитесь, вороны. Прогнал дед ворон с огорода и посеял новую репку. А крот все ехал и ехал. Да, определенно ужасный день. Какие несчастные, голодные зайцы. Вспомнил крот, что на огороде еще много чего вкусного осталось, и отправил зайцев туда. По виду похоже на репку, подумал заяц. И по вкусу тоже. От этих зайцев одни убытки да огрызки. Надо от них изгородь городить. Для плетня хворост нужен, придется в лес ехать. Без плетня зайцы весь огород испортят. Пришлось деду отправиться в лес за хворостом. Ну вот, волков распугали, хвороста набрали, теперь едем домой плетень делать. Поставил дед плетень и снова посеял репку. А под огородом жили мыши. Братцы! Никакого житья нам от этого деда нет! Он опять у нас на крыше что-то сажает! Как быть? Кота на него заводить, что ли? Или ему здесь сыром помазано? Ну вот, видите? Выросла репка большая-пребольшая.
Ай-яй-яй, полить забыл. Придется идти к колодцу. Стал дед репку из земли тянуть. А, теперь он еще и мебель нашу тащит. Неужто мы какого-то деда не одолеем? Ура! И раз! Тянет, потянет. И раз! Вытянуть не может. Эх, крепко сидит репка. Помощник нужен. Услышал мышонок, что деду помощник нужен, и привел знакомого слона. Со слоном ведь что угодно вытащить можно, не то что репку. Ничего себе репка, подумал слон. Куда ты едешь? А! Вот беда. Теперь надо слона из огорода вытаскивать. Посеял дед новую репку. Выросла репка большая-пребольшая. Пошел дед звать на помощь бабку. Бабулечка-красотулечка, пойдем репку тащить, а то одному тяжеленько, помощь нужна. Пирожочков напеку, а потом и помогу. Мне бы муки да дров нарубить. Запряг дед телегу и поехал в лес за дровами. А кто это к нам на телеге едет? Не как дедушка. Давненько мы с ним в теннис не играли. Добыл дед дрова. Теперь будет чем печь растопить. А мука? Нагрузил дед телегу зерном и поехал на мельницу. Собрал дед все мешки с мукой и к бабке повез. Дедушка с сельским хозяйством управляется. Надо ему помочь. Пошел дед звать на помощь внучку. Дедушка, ну почему это в поэзии обязательно должна быть рифма? Что, душа моя, случилось? А чего не получилось? Дедушка, ты все умеешь. Даже рифмы складывать. Помоги закончить стишок. Фух, устала. Теперь можно и отдохнуть. Показывайте, где здесь репка? Пошел дед звать на помощь жучку. И мышонок побежал звать на помощь жучку. Жучка! Ой, спит! Жучка! Что же делать, что же делать? Жучка! Решил мышонок вместо жучки деду помочь. Каф, каф, что-то каф. Жучка на себя не похожа, подумал дед. Каф. Может, ее подменили? Не могу я никак без тебя, милый, справиться. Пойдем, поможешь репку тащить. Пошел дед звать на помощь кошку. И мышонок тут как тут. Ты здесь прохлаждаешься, а репку тянуть некому. Пошли, будешь нам помогать. Слазь, пошли работать. Ну что за мыши пошли? Вот в наше время мыши намного спокойнее были. Мешаю и репку тащить меня не зовут.
Обиделся мышонок и ушел к огородным мышам. Понял дед, что без мышонка ему репку не вытащить, и отправился к огородным мышам. Смотрите, кто к нам пожаловал! Детка-котлетка! Зачем пришел? За мышонком! А мы вот тебя к нему не пустим! Ну, так и быть. Только сперва мы тебя немного проучим. Мы, мыши, народ благородный! Сыграй-ка с нами, детка-котлетка, в мышбол. Выиграешь, пустим тебя к мышонку. Проиграешь, недостоин ты такого друга. Мышонок, пойдем репку тащить. Не пойду. Почему? Просто не пойду. Мышонечек, помоги. Без тебя никак не обойтись. Ты нам очень нужен. Сильно-сильно, пресильно. Ага. Ну тогда хорошо.